официальной статистике в метро спускается людей больше, чем поднимается из него. 20 с лишним лет подземный город был предоставлен сам себе. Ежедневно поезда метро увозят миллионы людей в темноту туннелей. Люди пропали. Наши друзья. Так чего решили, что они в метро пропали, а? Вот запись видеонаблюдения. Под любым старым большим городом площадь подземных коммуникаций больше, чем на поверхности. Я тебе предложение хотел сделать. Здесь у нас еще один город. Я думаю, что нас собрали здесь не случайно. Есть у кого-нибудь мысли, что здесь вообще кто-нибудь смотрит? Это какая-то загадка, какой-то ребус. Кто тебя тянет?